есть, да. Я еще сам, по-моему, плохо вижу. Я смотрю, кто в фокусе, вы то не в фокусе. Мне нужно вот центр, да, смотреть вот этой вот фигни? Да, ну покажите еще пальцем так. Центр, вот так, да. Отлично, хорошо. Да, центр, то есть вот объектив это клиент, так скажем. И 3-2, поехали. Мир оптики предоставляет вам такое медицинское исследование, как рефрактометрия. С помощью него можно определить, есть ли у вас изменения зрения. Можно проверить как ребенка, так и взрослого. Спасибо.